Уже в третий раз в Ульяновске открылся технологический симпозиум немецко-японского концерна DMG Mori. В этом году на нем обсудят актуальные проблемы автоматизации станкостроительной отрасли и системы профессионального обучения. В симпозиуме участвует почти 500 человек. Ведущие станкостроительной компании страны представляют свой опыт работы. Симпозиум с каждым годом собирает все больше и больше участников. И это вполне объяснимо, потому что все симпозиумы проходят на самом высоком организационном уровне. Все симпозиумы вызывают огромный просто интерес специалистов, экспертов из различных международных, российских, региональных организаций. В этом году симпозиум проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли России. А четвертый симпозиум уже включен в перечень основных мероприятий федерального ведомства. Растет симпозиум, растет и Ульяновский станкостроительный завод, хозяин мероприятия. Предприятие выполняет задачу импортозамещения инновационной продукции. К 2020 году уровень локализации должен составить 20%. Мы приняли решение удвоить нашу команду, потому что моей мечтой всегда было выпускать собственные российские станки здесь, в Ульяновске. Первый день симпозиума ознакомиться с продукцией предприятия можно было прямо в заводских цехах. Здесь ежегодно производится и поставляется на российский рынок около 1000 станков. Сейчас на предприятии осваивают производство новых современных станков с ЧПУ. Главная тема нашей сегодняшней выставки – это станки новой серии, нового дизайна. Мы взяли нашу текущую линейку EcoLine и переработали ее под современные требования производства. Участникам симпозиума продемонстрировали обработку заготовок из металла на 12 технологичных станках. В том числе представили 5 российских станков в новом дизайне и с новым пультом управления. Ну, условия труда хорошие, цех чистый, без пыли, без грязи. Самое важное, я думаю, для слесаря. Во время симпозиума также проводят экскурсии по станкостроительному предприятию. В них могут успеть принять участие все желающие. Сам симпозиум продлится до 31 октября. Егор Титов, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.